Юбилейный учебный год начался у одной из столичных школ. 25 лет назад первый раз открыла свои двери ученикам православная классическая гимназия «Радонеж». Это первая православная негосударственная школа в постсоветской России. Она была открыта в 1990 году по благословению святейшего патриарха Алексия II. На юбилейном 1 сентября в гимназии побывала наша съемочная группа. Материал Галины Ледвиной. Молитва в начале всякого доброго дела. Этому правилу в гимназии следует неизменно. Новый учебный год начали с молебна. Возглавил его архимандрит Мелхиседек, настоятель храма Петра и Павла в Ясенево. От ротов сих духа премудрости и разума, и отверсти ум, и уста, и просветите сердца их приятию научения добрых учений. По окончании молебна архимандрит Мелхиседек обратился к участникам общей молитвы. Образование от слова «образ». И поэтому и мы в своей жизни должны быть похожи на Христа и на самом деле быть христианами. Мы должны стремиться к просвещению, а просвещение от слова «свет». Какой же свет? Свет божественной любви, истины и правды. От всей души, братья и сестры, дорогие дети, желаю вам счастья жизни с Богом. А в чем счастье? В жизненном пути, куда твой долг велит идти. Врагов не знать, преград не мерить. Любить, надеяться и верить. Приоритетным направлением в гимназии является воспитание детей в духе православия. Но в работе педагоги ориентируются и на высокие современные требования, которые предъявляются к качественному образованию. По итогам последнего ЕГЭ гимназия вошла в число лучших школ Москвы. Наши выпускники поступают во все почти виды учебных заведений. Они идут в технические, в медицинские, в духовные, в гуманитарные, ну, всюду, художественные. И вот я бы сказал, что такой узкой специализации нет. Это вообще отвечает и задачам нашего образования, потому что мы всегда стремились, это отражено в нашей образовательной программе, мы стараемся дать одновременно и очень широкое, и глубокое образование. За плодотворную работу гимназии была торжественно вручена грамота отдела религиозного образования и катехизации Московской патриархии. Радонеж является достойным примером организации учебного процесса в атмосфере добра, любви, которая так важна каждому ребенку, который осваивает знания и ищет свое место в таком сложном современном мире. С подарками поздравить юбиляров пришли представители префектуры округа. Напутственные слова сказали первоклассникам выпускники гимназии. С теплотой и благодарностью говорят о своей школе и ее сегодняшние ученики. Гимназия – это место, который стал для меня родным домом. Здесь хорошие ученики, хорошие учителя, здесь много друзей. Здесь учат добру, любви. И, конечно, 1 сентября – самый главный день в жизни первоклассника. Малыши подготовили выступление, которое было встречено аплодисментами. Первый раз заходим в класс, и осенними глазами смотрит солнышко на нас. Забыли мы про мячик и про игры во дворе. Мы рассмотрим хорошенько все картинки в букваре. Поднимать мы будем руки, без запинки отвечать. Прежде чем первый раз переступить порог школы, первоклассники, а за ними и все ученики гимназии, взяли благословение на начало учебного года и, окропленные святой водой, отправились в свои классы.